Сегодняшняя бизнес-встреча – это тот же интерактив, только обратную связь здесь телекомпания устанавливает с рекламодателями. В век информации технологии продвижения товара меняются, и вчерашние, казалось бы, наиболее эффективные механизмы сегодня уже устаревают. На смену приходят другие. Насколько в этом плане запросам клиентов отвечает РИКО, сегодня телекомпания и пыталась выяснить. Мы хотим вот эти встречи сделать достаточно регулярными. Минимум где-то, может быть, раз в 3 месяца, в полгода хотим с вами встречаться, для того, чтобы у нас была обратная связь с вами, как с нашими партнерами, которые нам дают, с помощью которых наша медиагруппа живет. Да? Это ваш бизнес, мы его развиваем, соответственно, вы развиваете наш. То есть это очень хорошие отношения, их надо культивировать, их надо развивать. Вместе с тем, в новом сезоне для клиентов новых и давних на ТВ стартовал проект «Осенний призыв». Участие в нем дает 30% скидку на размещение в эфире своей рекламы. Особенно это удобно для начинающих бизнесменов, для которых раскрутка товара или услуги с 30% скидкой окажется хорошим подспорьем. Помимо этого, телеканал может предложить раскрутку товара с помощью ее размещения перед киносеансами. Как известно, «Локомотив» располагает самым большим кинозалом в городе, а фильмы, как правило, посещают платежеспособные люди. Еще один из методов продвижения бренда, товара и услуги – это размещение рекламы на сайте. Веб-страничка Первого городского – одна из самых раскрученных интернет-ресурсов. В день сайт посещают несколько тысяч человек, потому размещение на www.rikotv.kz – эффективное использование денег. rikotv.kz – полноценный информационный ресурс, который представляет все направления нашего бизнеса. То есть это там есть и все там от программы передач до последних репортажей, новостей. То есть те, кто лишен доступа к телевизору, спокойно могут смотреть нас, грубо говоря, в интернете. То есть, например, свежий выпуск новостей можно спокойно посмотреть. Помимо этого, на рекламном рынке работают газета «Эврика» и «Актубе радио». Их рейтинги, по опросам агентства «Гэллоп Медиа», намного выше, чем у имеющихся на рынке конкурентов. Что касается самих рекламодателей, то проведенным мероприятием они остались довольны и выразили надежду, что она приобретет постоянный характер. Также высказали свои предложения, какой она должна быть – реклама. Хотелось бы реклама, чтобы она была разнообразная. И, допустим, дома на кухне, если слышишь рекламу, чтобы она не раздражала. Всего в сутки на телеканале «Рика» в эфир выходит 40 рекламных блоков. Ролики размещаются как внутри программ, так и между ними. При этом предоставленный законом лимит канал не превышает. Напротив, есть еще неосвоенное эфирное время, которым и предлагается воспользоваться рекламодателем. Акмарал Майкузов, Александр Людиновсков, программа «Факт».